Проверка Раздольского сельского округа началась с клуба в селе Измайловка. В планах сделать из него многофункциональную площадку, которая может быть и спортивной, и культурно-массовой. Сейчас здесь работает секция по боксу, которую посещают уже порядка 50 человек. Проводятся и соревнования. Но состояние самого здания неудовлетворительное. Клубу необходим косметический ремонт, который обойдется в сумму около 500 тысяч рублей. Эти средства городские власти готовы выделить. Я думаю, что можно заключить совместный договор о том, что никаких балансодержателей мы менять не будем. Пусть культуре так и принадлежит. Ну а как? Это дом, это клуб. Вот, его надо привести в порядок. Мэр Сочи дал месяц на то, чтобы решить проблему. А вот разбитую дорогу к Раздольскому кладбищу, добраться до которого сегодня практически невозможно, нужно восстановить незамедлительно. На ремонт выделят более 1 000 000 рублей. Неужели мы в городе, даже при любой ситуации, как бы то ни было, 1 200 000 не найдем? Ну как людей хоронить? Он говорит, да там объезжают через мост пешеходный, пешком несут. Да что ж мы так дожили, Сергей Владимирович? Я вот за это вам объявляю выговор. Впрочем, за последние 1.5 года в Раздольском округе и сделано было немало. Построена новая дорога в село Прогресс, ведется газификация сельских поселений округа. Завершены работы по газификации села Прогресс. Начаты работы по газификации села Богушевка. Закончен первый этап газификации села Раздольное. Ведется проектирование сетей газификации села Измайловка, села Семеновка. Появились в округе и уличное освещение, и 2 многофункциональные спортивные площадки, и 6 детских. Теперь ответ за жителями, которым рекомендовано навести порядок ко дню города. Мэрия обещает выделить машины для вывоза мусора. Начинать с уборки необходимо сразу же, как только наладится погода. Всех, кто не справится с задачей в срок, обещают штрафовать. Глава Раздольского округа не отрицает, еще есть над чем работать. И все поручения мэра пообещал выполнить своевременно. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.